Если в крае класс пожарной опасности 4 и 5 – это высокие и даже чрезвычайные, то в Сочи – 3. Несмотря на то, что температура воздуха понизилась на несколько градусов, расслабляться еще рано, считают местные власти. Накануне сотрудники МЧС совместно с представителями администрации совершили вертолетный облет. Осмотрели город и окрестности с воздуха. Такая инспекция позволила определить потенциально опасные очаги возгорания. У нас много лесов, все практически сельские округа, поселковый округ Краснополянский, находится в окружении лесов национального парка. Вот. Много у нас растительности, и в любой момент может это заполыхать. Власти Сочи просят и местных жителей, и гостей курорта воздержаться от разжигания на природе костров и не бросать окурки в сухую траву. Эти элементарные правила пожарной безопасности помогут курорту обойтись без чрезвычайных происшествий.